Ну, все, как говорится, жаждем хорошей погоды, чтобы была возможность путешествовать в удовольствие. Вот. Ждали с нетерпением сезона, готовили мотоциклы, готовили технику, сами готовились. Ну и, в общем-то, как-то настал тот момент, когда вот официально мы открываем мотоавтосезон. Здесь представлены вот «Москвич» 400, это послевоенный, 55-го года. Вот «Волги» 59-го года представлены. «ГАЗ-69» за спиной 54-го года. То есть в послевоенных десятилетиях уже машины тут у нас участвуют.